и, соответственно, разрешение на медицинское исследование нужно, чтобы не ошибиться, чтобы не оказалось так, что писатель тоже могло что-то на голову наших детей и их воспитать. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Продолжение темы детских садов. В нашем городе хотят закрыть детский сад, мотивируя тем, что детские сады и остальные не загружены, а этот сад от ЦДТ или Центр детского творчества хотят, ну, здание. Вот уже несколько лет мы уже боремся за этот сад и в подвешенном состоянии. В ясельные группы не дают путевки, ну, то есть дети выпускаются, но не набираются. А сколько детишек там? Там, точно я вам не скажу, 6 групп, по-моему. Сейчас 3 группы осталось. А было вообще 6, насколько я знаю. Я как бы родитель. Вот. И сами... Ну, то есть это искусственно все-таки? Конечно, конечно. Родители в подвешенном состоянии, работники тем более, как бы, что делать, ну, как бы руки опускаются у работников детского сада. Родители тоже не знают, что делать. Будет детский сад WhatsApp почитай или нет? Давай на переписку. Не добьешься от нашего отдела образования ничего, вообще ничего. И это делается намеренно. Значит, я услышал, вот испанский бизнес, представитель правительства Дорофеев, который ведет этот вопрос, ну, как верхний начальник регионального уровня. Значит, давайте так, мы все-таки устроим инспекцию, пусть едет сюда Минобор, разбирается именно извне. Ну, видите, люди выражают недоверие местному отделу, тем более, что если это действительно искусственно создается по то, чтобы уменьшить количество, ну понятно, что они потом в конце что меньше количество детей, то есть они не берут путевку, что это искусственно, я согласен с вами. Вот. Другой вопрос, что может быть действительно, если нету большой потребности, может быть, часть там детского садика перепрофилировать опять, ну, по профилю центр детского творчества или что-то. Но решение это должно быть точно с подачи и вот. Что в ЦДТ? Ну, это много или мало, я не понял. Ну, то есть, ее не надо разгружать. Да, нет, нет. Ну, то есть, получается, два вопроса. Да, если это проблема, да, ну, если люди отрабатывают, да. Мы уже изучали, на самом деле, здесь представитель Министерства образования приедет обязательно получить вручение. Мы проводили все детские сады, которые есть. Насколько я знаю, здесь 4 детских сада, и они не все загружены до конца. И если есть возможность, допустим, как-то их... ЦДТ проблеме 30 лет. С точки зрения того, что детей? Не понял, полностью закрыть 4 детских сада, я с вами не согласен. Да они больные вообще на башку. 6 детских садов, тем более. Просто здесь как раз вопрос двоякий. На самом деле, что просто работает на должности исполняющей обязанности за предправительство еще недолго, он не знает, что нельзя так говорить, да, что мы закроем все детские сады. Я извиняюсь перед жителями, на самом деле, да, это не то, что заполнить детей. Поэтому мы разберемся в полном объеме. Я знаю, что есть проблема здесь с детским творчеством, центром детского творчества, потому что занимается очень много детей. Может быть, просто, ну, вот подумать и войти в программу и построить центр детского творчества, то есть вот, ну, не закрывать. Я помню, кстати, эту историю, вот как прокурор помню, вот, я вам скажу так, что вот в программе, когда были, выделяли федеральные деньги, их не освоили, вернули в федеральный бюджет, больше денег не дадут. И это принцип правительства России. И в принципе, я вот честно, это обидно, наверное, для жителей Николаевска, но это справедливый принцип. Вот справедливый. Потому что если там чиновники, подрядчики оказались неспособны, ну значит пусть осваивают те, кто более способны. Таких уже не будет, этих денег. Вот, согласен. Вообще полностью солидарен с вами. А вы ставили вопрос, уволен кто-нибудь из чиновников? Нет. А вот следовало. Поощрение получили. Повышение получили. Поощрение.
вы знаете, вот, ну, полностью на вашей стороне. Другой вопрос, что тогда надо все-таки изобретать какие-то меры, которые не затронут вот конкретных мам, которые совершенно справедливо говорят, у нее там рядом детский садик, у нее там дети воспитываются, и с чего мы его там затронем? Вот. Поэтому тоже не путь закрывать детский садик. Да, проведем анализ полный. И этот анализ, самое главное, нам отчитаться перед людьми надо, чтобы это было не наше закрытое кулуарное решение государства. Дайте микрофон женщине, вот пусть она открытует, может подскажет нам что-то государство. Где у нас хозяева микрофона? Я сказал, дайте микрофон. Снимай, снимай, записывай. Нет, записывай, братан, записывай. Вещи нужны. У меня тоже садится. А ты напиши просто что-нибудь. Потом накидаешь мне. Дети бегают из школы в школы, там, в библиотеке занимаются. Все. Детей мы не бросаем, воспитываем. В этом году две школы мы теряем. Пятая школа на ремонте. Там у нас обучалось порядка 100 детей. Вторая школа принимает к себе детей в пятой школе, будет учиться в две смены. Там у нас занималось порядка 200 детей. Куда нам с сентября этих детей привезти? Ну, видите, тут сложный действительно вопрос, поэтому все-таки он требует комплексного исследования. Более того, вот мы говорили и с вами, и с главным муниципальным образованием. Нам надо думать относительно пустующих помещений. Причем любых фонд собственности, там, федеральные, региональные, муниципальные собственности. Давайте, у нас что-то в Николаевске есть пустующее, что мы можем задействовать. Но по раке мы же видим, может быть, помимо этого, мы вложим меньшее количество денег, но не в строительство с нуля, а в реконструкцию чего-то. Ну вот мы же ездим с вами, видим, здесь вот эти вот объекты, которые вызывают мою критику и которые я высказываю Антону Михайловичу. Давайте подумаем, каким образом этот вопрос решить. Вот. И вместе с вами, уважаемые жители, вот я что вас попрошу вот, настоятельно? Ну, видите, если вы резервы какие-то, если вы видите какие-то помещения, которые у вас пустуют, ну давайте подумаем там, пока расположим, потому что вопрос сложный. Вот Ревовское общежитие надо проработать, видите, нам подсказывают. Вы прям ответьте и бригаду сюда отправьте, чтобы НОБР дал оценку этому. Причем ее не просто дал, а еще можно с людьми пообщался, задал вопрос, чтобы не мы с вами приезжали, а именно комплексно предложили какие-то пути решения. На следующей неделе приедет сюда представительство образования и сразу и вместе с людьми обсудить эту проблему и, естественно, с представителями администрации района. Хорошо, спасибо. Добрый вечер, Виктор Викторович. У меня частный вопрос. Юрист, как юрист, у нас вот, я живу по Хабаровской 57, дом раньше управлялся компанией М-сервис, господин Тянышев, не делал ничего по дому, дом просто прекрасный дом, 94-го года постройки, кирпичный, без хозяйской руки, он разваливается, у нас там подвал сквозные дыры, крысы бегают, но при этом у нас сейчас тариф за техобслуживание самый высокий в городе. Нам это объяснили тем, что проводились конкурсы, и чтобы привлечь вот кого-то, ну, управляющую компанию, они поднимали тариф. В итоге у нас вот, у меня знакомые живут на Гоголя, на Кантора, в прекрасных районах, в центре города. Они платят 1500-1700 за такую квартиру, как у нас, на комнату. Мы платим 2500. При этом не делается ничего абсолютно. Ну вот, кроме как в этом году, слава тебе, Господи, за 5 лет, наконец-то осушили подвал. Откуда у нас крысы, тараканы, комары, все что угодно. Вонь безумная. Помойка не убирается. По 2-3 месяца у меня фотографии. Мы ходили уже в администрацию не один раз. Там, где помойка, вот понимаете, просто до середины дороги завалена. Сейчас вот они ее убирают один раз в месяц. Когда по нормам раз в 3 дня летом должно убираться. Вот, управляющая компания, правильно у вас? Да, управляющая компания. Вот у меня по тарифу вопрос. Они нам объясняют, что в результате там вот эти проведения конкурсов у нас подняли тариф 49,95 за квадратный метр. А мы пришли к другую компанию.
почему у нас не базовый тариф, как у остальных домах, а вот какой повышенный. У нас не элитный дом, он у нас полуразрушенный, хотя он, в принципе, добротный, но много, сами понимаете, если ничего не делалось, много очень проблем. Почему у нас такой тариф? Вот мы, пенсионеры, должны 2500 платить за квартиру. Я живу одна. Мусора я выношу там по минимуму, но я плачу 2500. Понял, услышал. Смотрите, вот как исполняющий обязанности губернатора, я не могу взять и понизить тариф. Ну, то есть, вот, что я могу? Первое, поручить комитету по тарифу, чтобы они дали правовую оценку кусота, обоснованности тарифа кусота, и дали институт кусота. Я попрошу вас этот вопрос в работу взять. Второе, подготовьте обращение по этому конкретному адресу на ФАС. Пусть они оценят кусота тарифа. И третье, все-таки управляющую компанию, с нее можно спросить. И этот спрос, это вот как раз глава муниципального образования, который должен обеспечить спрос с управляющей компанией. Я знаете, вот отчет, что он сделал за эти годы, чтобы я посмотрела, за что мы платили деньги. Это получается с дома где-то порядка 100 тысяч в месяц. Не делается ничего. Мусорка вывозилась за 2-3 месяца один раз. Вот по фотографиям это видно, потому что там все завалено. Ремонтов никаких не делалось. Я услышал, ни детской площадки, ничего. Я скажу так, что вот я даже будучи прокурором, в определенных случаях мы в отношении таких недобросовестных управляющих компаний даже уголовные дела возбуждали. Ну, то есть мы считали количество тех денег, которые они списывают, вот, измеряли это с тем, что они сделали, видели, что они украли, и возбуждали дела. Можно, в принципе, и этим путем пойти, я просто не уверен, что найдут кусок, да, там, ну, хотя вы говорите, что из фотографии это можно увидеть кусок. Значит, плюс есть еще один путь. Управляющие компании все-таки выбирают наши жители. И вы можете общее собрание собрать и избавиться от этой управляющей компании, и избрать другую форму управления. Это закон. То есть это не моя версия. Это нереально почти. Почти нереально. А почему другие берут на базовый тариф? А потому что у нас Тягушев довел до такого состояния, что нас никто не хочет брать. Антон Николаевич, откомментируйте. Хотя сам был хороший, крепкий. Я ничего не зажался, я на Петрович, у него статья даже уголовная на это. Не знаю, как он вообще занимается. Компания, это вот частный ЖЭК, значит, хорошая компания, сильная. Значит, компания... Взятки, наркоторговля у него. Все дома были хорошие. Затем частные компании начали избавляться от тех домов, в которых сбор платежей меньше 50%. Они просто бросали эти дома, в эти дома, в них это зашел дальше. Потом он, не примерно, подробно, название уже там, МСЕРВИС, какие-то уже названия там не было. Вот. Затем и он просто бросил эти дома, и для того, чтобы эти дома, можно было получать тепло, электроэнергию, услуги, холодную воду, мы завели свою компанию, которая выполняла только аварийные работы, и так как у нее не было лицензии, не выставляла счета полгода бесплатно. Вообще счета не выставляла. Бесплатно раз в месяц. Да, почему раз в месяц? Раз в месяц бесплатно вывозили мусор. Никто счета не выставлял. Это было все за счет бюджета города. Куда ты пошли на это для того, чтобы наши граждане могли получать хоть какую-то услугу. Для того, чтобы вот эти же дома обслуживает наша там муниципальная компания, которая там 135 аварийных домов, в которых живет 3-5 человек, где-то 2, как вы говорите, бараки где-то стоят. Да, мы их будем обслуживать за счет муниципального компании, которые будем дотировать. И будем оказывать услуги в полном объеме. В этой компании ничего не было. Мы через лизинг купили самосвал этой компании.
нас, к сожалению, Сбербанк подвел, он должен был в мае нам поставить мусоровоз. А мусоровоз пришел в Хабаровск только вот вчера. Получает она мусоровоз, соответственно, лицензию, будет оказывать услуги так, как положено по нормативу. Просьба только жителям этих домов оплачивать за услугу, иначе мы обанкротим и эту муниципальную компанию. Мне все. Мы оплачивали добросовестно, не надо почти все. Суд. Не оплачивали. В основном там пенсионеры, инвалиды, у нас пожилые люди, что, все оплачивают. И еще один вопрос. Ну, надо. По работе ЖКХ тоже. Я не знаю, кто за это отвечает. Мне стыдно за наш город. У нас не город, у нас глухая, заросшая бурьяном деревня. Понимаете? Это стыдно просто. Это не город. Это просто вот так трава. И у нас медведи ходят по помойкам. Вот мы сидим вечером с женщиной, у нас нет ни скамеек, ничего. Мы баллон большой поставили, вот на этом баллоне отдыхаем вечером. И медведь бежит прямо к нашей помойке, вот буквально 20 метров. Вообще живем в помойке. Вот это вопрос. Слушайте, да романтика какая, мне правда захотелось переехать. Вот этот вопрос очень интересный, потому что я направляла свое обращение в ЦУР Хабаровского края по поводу медведей. Мне был дан ответ, что мы перешлем в соответствующее ведомство. Но тишина по-прежнему стоит. Я работаю в государственном учреждении, и я очень часто. И получилось в этот раз так, что мы приехали на протяжении 30 минут за медведя. Просто впереди нас идет медведица, мы не можем ни быстрее, ни медленнее поехать. Я не позволяю своему ребенку выходить после 6 вечера за территорию дома вообще. Я не могу накосить травы, выехать в пределах объездной для своей животины. У нас огромное количество этих медведей. Никто ничего не делает. В прошлом году я спрашивала у мужчины, который охотник сам по себе, сколько стоит лицензия для обстрела медведя. Он мне ответил 10 тысяч. Это было в прошлом году, просто для того, чтобы его стрелили, чтобы он не выстрелил, не мешал. Может быть, что-то как-то пошевелить на эту тему? Сергей, давайте мы пошевелим за женщину в аппаратное через неделю. Давайте заслушаем мои КПК, руководителя нашего аппарата на контроль, когда кусок тоже зашить. Действительно, отстрелить какое-то количество можно, уменьшить стоимость лицензии можно. То есть это регулируемый нами как раз процесс, мы можем это уменьшить, или увеличить кусок наоборот. Вот. Чтобы люди, наши охотники, были мотивированы. Ну, по крайней мере, чтобы там здесь вокруг, если популяция увеличилась, то вокруг не получилось отстрелить кусок. Ну, есть да, я услышал, конечно. Солидарен с этой позицией, что, конечно, недопустимо. Значит, касаемо содержания городских территорий. Вы знаете, я сегодня тоже этот вопрос Анатолию Михайловичу специально посадил его в одну машину, кусок ездили, кусок. Вот мы подъезжали к 4-й школе, там точно такой же бурьян, кусок, как вы говорите. То есть свернули. Вот. И вот бурьян, меня убил ответ Анатолия Михайловича, он говорит, Миша, а что тут барак сзади не было, видно, кусок. Мы потом понятно, что вопрос. Мы будем субсидировать бараков. Мы будем бараки снесем, все снесем. Заделочим палатки, которые находятся в ненадлежащем состоянии, те, которые находятся в опасном для жизни людей, или там вот полуразвалившиеся уже, конечно, надо снести. Эту задачу я поставил. Значит, благоустройство это чисто муниципальная функция, поэтому кусок. Я скажу так, что вы видели, у нас есть сейчас компетенции наказывать глав муниципальных образований. Не хочу я это делать, потому что вы ему вот, высказали доверие, кусок, вы конечно с уважением отнеслись к нему. Это выборная должность, кусок, выборная, чтобы вы понимали. Вот, поэтому он выразитель ваших интересов.
И я убежден, что Антон Михайлович опытный человек, причем... Ну как не выбирали? У депутатов выборы. Сейчас вот выборы, я предлагаю по депутатам, вы спросите, кто что, да, за них голосовать. Да, да, да. Вот. Правильно. Я о том же. Но что такое сами? Вот у нас в государственном управлении, по-честному, депутаты и нужны для того, чтобы отстаивать интересы людей. Но они для этого мы им, как налогоплательщики, платим зарплату. Нашим не платят. Смотрите, губернатор, сложная история. Я тоже на губернатора не просился, и, честно говоря, не могу сказать, что я там полный энтузиазм от того, что меня назначили. Но это огромная ответственность, которую мне доверил президент. И, конечно, я должен я домой приезжаю сейчас в полночь. Меня жена собирается бросить. Да ладно. Все это не вижу. Да ладно. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Ёлки-палки, а что не знали? Строительство будет у вас из бетонников. Живот. Спасибо. Вот что за дурость сказал вообще? Чушь полная. Шутку-то медведи с собаками надо. Бегили за этим делом. Сейчас зеленые меня. Черная мать. Сейчас такие плотные. По собакам на самом деле проблема большая, причем по всей территории Хабаровского края. Потому что в этом есть и претензии к нам с вами, потому что очень много, вот знаете, вот мы же этих собачек, вот, приходит ребеночек, вот он с щеночком приходит к осоту, и говорит, мама, можно я оставлю посуду? И потом его выкидывают, взрослый осоту, конечно, она обозленная, конечно, они там сбиваются в стаи и нападают. Значит, в мае этого года издан краевой закон, который скорректировал вопросы содержания, ну, то есть изоляцию собак от общества. При этом, при всем, это сложная проблема, и собак, которые выше 35 сантиметров холки, ну, то есть, которые реально представляют опасность для жизни людей, сейчас нужно изолировать. Большое финансирование, 144 миллиона в целом по краю, на приюты в этом году предусмотрено. Значит, другое вопрос, что, ну, можно я по-честному скажу, вот я как прокурор, возбуждали мы дела, вот, глава Читинского муниципального района в Забайкальском крае, район вокруг города Читы. Большой район, замечательная глава. К сожалению, вот девочка 7 лет шла, и ее разорвали собаки. Ушел в тюрьму, хороший и эффективный глава. Значит, Петропавловске-Камчатском. У нас 3 года назад я давал команду задерживать зама главы Петропавловского, водителя департамента ЖКХ. С остановки утащили ребенка, посмотрю, убил на тоже собачье стадо. Страшные ситуации, вот очень страшные. И мы, конечно, по этим ситуациям, еще мы, как правоохранители, реагировали совершенно принципиально. Но понятно, что это ломает судьбы, в принципе, неплохим чиновникам. Ну, получилось так. Понятно, Дмитрий Викторович, у нас на центральном рынке на Кантера 15 штук живут. Сколько лет? Вы-то посмотрели, вот. Ездили бы завтра, что за рынок? Отвечаю вам, смотрите. Но когда, вы вот откройте социальные сети и почитайте, когда глава Бурятии сказал, что надо собак отстреливать, его разорвал народ. Разорвал, зеленые разорвали. Вот когда перед депутатами Государственной Думы подняли мы, правоохранители, вопрос, что давайте отменим закон об ответственном обращении с животными, который не позволяет это делать. Вот. Депутаты отказали нам, силовикам. Вот тоже услышите. Хотя для меня, вот по-честному, ну, человек несоизмеримо важнее, чем собака. И вот отвечая на то, что 144 миллиона по краю мы делали, да честно, я бы лучше отдал бы, отстрелил бы этих собак. Ну, я понимаю, что это, наверное, неправильно. Я отдал бы их на детей чирок, там, на дома, там, на те же самые благоустройства территории. Вот. Но, еще раз, мы живем в правовом обществе. А если вы знаете,
Если у нас каждый будет брать ружье и идти на улицу там кого-то отстреливать, мы получим анархию. Ну, сделайте мы с вами понимаем. Питомник делаться будет. Всем на питомник. Но, опять, делать питомник, значит, Антон Михайлович, ну там по рынку поручение, вот туда отправить администрацию прямо завтра, Кусова. Значит, вот эти вот 15 собак, то, что женщина вот без микрофона кричит, Кусова, надо отловить, вот, соответственно, их отработать. Услышать. Но я понимаю, что залу не нравится разовое решение вопроса. Услышьте меня, пожалуйста, вот здесь вот половинчатое решение. Почему? Потому что мы когда, вот я как прокурор говорю, слушайте, ну дайте нам возможность, мы агрессивных особей будем отстреливать. Не все. Я точно так же люблю собак, как всех. Но мы же понимаем, что есть собаки, которые реально агрессивные, которые могут закрыть наших детей. И зачастую это бывает. И мы это делали. И я это вот своими руками тоже делал, и команды давал, и следователи приходили, задерживали там чиновников, которые не обеспечили. Но опять, вы поймите и их администрацию. Но они сидят в кабинетах, что они будут забирать свои бюджеты и все на собак на содержание их приютах тратить. Да, там тоже это неправильно. Порвать меньше надо. Дмитрий, в продолжение темы. Можно? У меня предложение, поскольку вопрос, который я хотела задать, уже озвучили, вы частично ответили. Значит, у меня предложение такое к вам, как к будущему губернатору. Соберитесь, пожалуйста, со всеми своими коллегами-губернаторами, потому что... Абсолютно проблемы, озвученные вот у нас вот здесь, они есть по всей стране. И донесите, пожалуйста, до президента, пусть он уже донесет до нашей замечательной Думы, что когда принимаются законы, это вот уже вот именно само мое суть предложения. У нас когда принимается любой закон, там есть пояснительная записка. И там написано, в большинстве случаев, которые касаются вот именно местных проблем, которые очень дорогие, которые очень затратные, которые не решались ни годами, ни десятилетиями. Из федерального бюджета затрат не предусмотрено. И все. Поэтому вот к этой пояснительной записке нужно законодательно установить не из федерального бюджета, а из консолидированного бюджета затраты должны быть посчитаны. Причем должен быть федеральный бюджет, региональные бюджеты и местные бюджеты. И вот тогда у нас не будет вот таких вот замечательных, как было лет 20 назад, когда у нас снесли сначала, сделали открытую среду, снесли все вокруг образовательных учреждений, снесли все заборы, а потом мы теперь эти заборы за очень большие деньги строим. Точно так же, когда у нас депутат Урматов, дай бог здоровья его маме, и всей Госдуме, когда вот он отстаивает вот интересы собачек, которые милые, которые замечательные, которые прекрасные, из-за которых вот эти зеленые, которых 1-2% орут, и которые, скорее всего, нужно задать вопрос, кому выгодно, это вопрос правоохранителям. Значит, вот вопрос нужно ставить таким образом, чтобы когда депутаты принимают на федеральном уровне закон, они знали, во что это выльется. Потому что вот сейчас сказали, что 15 штук на рынке. Я живу вот напротив, ровно через дорогу. Здесь рядышком вот тоже напротив есть прекрасный магазинчик «Дынька». Там есть подвальчик. И там еще где-то штук 15 квартируют. Это все вот одна стая. Их было 32 штуки 2 года назад. Они с бирками. И у меня совершенно, вот Анатолий Михайлович, вот он подтвердит, я ему постоянно ему рассказываю, я очень долго проработала в администрации, я очень пишу постоянно, они все ходят с бирками, но им зубы не вырывают, и извините, связки не, голосовые не подрезают. Вот вы, если будете ночевать, пусть вот просто вам сделают экскурсию по ночному Николаевску. У нас вот собаки вот здесь. Мне вообще это нравится, тут у вас интересно, видите, медведи ходят, собаки. Вот напротив Родины, обгавки, вот каждую проезжающую машину. Я солидарен с вашей позицией, потому что вообще, просто, знаете, как человек даже, и как правоохранитель, потому что, извините, собаку изолируют на время, что там с ней делают, и вешают бирку, кастрируют ее кусок, и отборно выпускают. Ну, извините, вот меня изолировать, кастрировать и выпустить бирку, я злее буду. Тогда последнее предложение. Давайте всем бродячим собак. 498 ФЗ. Ну, это к депутату. Определим. Нет, вы дайте предложение как исполнительная власть. А определим собственность депутату Бурматову. Вот всем сколько их есть. Добрый день. Научились, да? Режиссировать. Прикольно. А про кошек. Черепашек. Не пенсионер. Но.
23 мая я написала письмо в полицию, обращение в полицию по дачной Магинской дороге. Один товарищ, я написала его фамилию, мне сказали, от меня еще сказали, что в телеграм-канале, что меня могут типа осудить, что я влезла в личную жизнь. Вот так вот. В ВОЗе мы сидим на остановках, он приезжает с этими чеплашками, с баками и кормит до 11 километра собак. Когда ему злодей. В общем, неприятный разговор с ним вышел. Это письмо полиция отправила в администрацию 31 мая. А что с ним делать? Где тут нарушение закона? А ты еще и столько живешь. От кого? Он как пинг-понг. А что нарушил этот человек? Он имеет право кормить собаку. Видимо, имеет право кормить. А что? Да. То я стою за бегаю. Ну, видите, сколько людей, столько мнений. Вот вы сейчас наглядно же видите. Вот. А поймай этого бедного мужика, он скажет, слушай, я собак люблю, имею право их кормить. Пошел. И тоже мозг. Вот услышьте, пожалуйста, должен действовать закон. Вот есть у нас закон об ответственном обращении с животными. Я считаю, так же, как и ряд из вас, что он неправильный. Но он есть. И мы его сейчас исполняем. Вот этот вопрос поднимайте не ко мне, и не к главе муниципального образования, который тоже не может весь бюджет кинуть на эти питомники. Депутатам это их задача. И когда мы дважды к ним бились со словами, да вот такие страшные случаи, которыми я с вами поделился, слава богу, не с нашим регионом, что их много. И правда жалко. Вот вы бы видели эти фотографии, я в силу службы вижу их, и мне страшно за наших детей. Это действительно правда. Вот там разорванные, растерзанные тела, когда вот эта стая собак кусает. И депутаты говорят, нет. Но вот что я вам скажу, я почему считаю нужным эту тему закрыть, потому что не имею я ответа. Потому что мне дважды отказали, когда я пытался решить этот вопрос. И этот вопрос, вот вы избираете депутатов, вот вы им поставьте задачу, скажите, дорогой товарищ, а ты сможешь решить, или ты через год уйдешь со своего теплого депутатского кресла? Ну давайте закончим. Историю с собаками не имею ответа. Вот давай, я давайте. Все, что мог, сказал. Да, вот женщина, да. Дмитрий Викторович, вот такой вопрос. Острая необходимость в поставках каменного угля в наш город. Для граждан, потому что никто не возит. Раньше в морской порт возил, и все, да. Излишки они продавали. Тапки нужны тебе? Тапок не хватает еще. Перчаток. Отапливать свои дома нечем. Валенки есть? Нет. Обезболивающие не хватает. Надо Демешеву написать. Нужно найти поставщика. Поставщика найти. Сами должны быть. Я так понимаю, администрация. Второе. Они что, их нагнали так? Реально вот так вот? Вот так и работают, да? Привлечение предпринимателей, да? Развитие промышленности. Для того, чтобы развивать промышленность в нашем городе, нужна дорога. Это раз. Желательно, чтобы ее перевели, конечно, в федеральный бюджет. Я понимаю, что она не соответствует тем требованиям для того, чтобы их перевели. Но все равно вы можете как-то это организовать. Как? Не знаю. Слушайте, я обход Хабаровска, да, супер дорогостоящий проект. Что... Сейчас Мишустина убеждал, говорит, заберите на федеральный бюджет, заберите. Вот. Мне премьер говорит, ну ты что, с больной головы на здоровую перекладываешь? Никаких перемен не будет. Вот даже вот по огромной дороге. Поэтому и, честно, подскажите, как я бы это сделал с удовольствием. Самое главное вот в этом вот развитии, да, все-таки ценообразование вот по свету. Крупному бизнесу дают, значит, по оплате, да, 2.5-3 рубля, а ИП 7 рублей. В нашем городе все мелкие. То есть развиваться вот в этой сфере нет возможности. Да, согласен, я вижу, что вас поддерживают. Есть производители, и в городе есть. Это очень сильный бюджет накладывает. Так же, как и транспортные до нашего города сейчас увеличились до 30 рублей. С нами работает заместитель председателя правительства, который как раз курирует высокий Дарья Викторович, вот по углю надо разобраться. Мне непонятно, почему кусок у нас не доставляется уголь, кусок. Есть что сказать? Да, у нас во многих муниципальных образованиях продолжает централизованно доставляться уголь для населения. Я знаю, что
муниципальный район то же самое делает. Ну, это можно организовать в любой момент. Единственное, что нужны заявки, срочно представить муниципальное образование, сколько то нужно. И мы централизованно это тут завезем. Хорошо. И по тарифам, вот по тарифам, это и к вам, и к Ирине Анатольевне. Все-таки нужно разобраться с тарифом, потому что я совершенно солидарен. Если у нас для крупников просто тариф ниже, то мы не разовьем малый и средний бизнес. Да, крупные предприятия подключаются не на 0,4 и 0,10, а на совершенно другой мощности, поэтому тариф меньше. То есть они берут с других совершенно линий, да, поэтому там ценообразование. Но вот прозвучало 10 рублей, мы разберемся, откуда 10 рублей. 15 рублей уже, 15. Юль, 10 уже выставлено больше. Давайте, тогда недели 3 вам на то, чтобы разобраться в этой ситуации и доложить свое на правительство. Или вы, или министр ЖКХ пользовался. Добрый вечер, Дмитрий Викторович. Привет. Я хочу озвучить вам две просьбы от родителей учеников 4-й школы. Вы сегодня уже неоднократно говорили о том, что вы посещали данное учреждение и остались довольны состоянием самой школы. Но я думаю, вы также отметили и состояние территории. Территория очень большая, чистая и ухоженная. За что хочется поблагодарить, конечно же, сотрудников школы. Спасибо большое. Великолепные цветы и подкошенная трава, в отличие, кстати, от вдоль дорог, когда едешь. Там хорошо скошено. На территории данной школы проходит трасса, которая ничем не закрыта, что создает травмоопасную ситуацию для детей, которые там обучаются. И сотрудники школы вынуждены постоянно следить за тем, чтобы дети не лазили по данной теплотрассе. То есть можно как-то поспособствовать решению вопроса, нам помочь, чтобы эту теплотрассу как-то закрыли, огородили или установили какие-то защитные... Дарья Викторовича, начинайте вопрос. Муниципальная. Значит, я попрошу установить контроль. Вот по территории школы она однозначно должна быть закрыта. Совершенно солидарна. Конечно, это безопасность, поэтому мы контроль возьмем, что это. Контроль возьмите, он сначала прям поручили, я говорю, Дмитрий Викторович, и еще у меня вторая просьба. Также на территории находятся две спортивные площадки. Одна площадка, она с резиновым покрытием, где очень часто собираются ребята, проводят какие-то соревнования, все лето они там играют, футбол, ну, всевозможные игры. А вторая площадка, к сожалению, не совсем оборудована, и на ней нет покрытия. Вот хотелось бы, чтобы ее тоже привели в соответствие, чтобы она у нас не приставала, а тоже как бы была возможна. На этот счет вашему директору школы, ну просто на улице, не могли слышать, вот, уже откомментировал, потому что там есть определенные недочеты, которые, конечно, надо докручивать. У нас действует программа реконструкции школ. Вот 4-я школа у нас входит в эту программу в 27-28 году. И я ей сказал, что вот, да, еще 2 года придется подождать, потому что есть учебное заведение, где хуже ситуация. Но мы этот момент сейчас учтем. И я вам обещаю, что 28-го года мы точно это сделаем. Сейчас не сделаем, потому что будет несправедливо забирать финансирование у других школ, где ситуация хуже. Вот примерно спасибо так. Спасибо большое. Можно пожалуйста? Здравствуйте. Дмитрий Викторович, у меня частная. Я не могу квартиру никак не выдает мне администрация. Такая. И суды выиграла. Дайте. Отнекиваются. Бесполезно. Мы... Как объясняем? Отказ объясняем. Мы выиграли суд, получается. Сказали то, что в 2025 году мы заселимся первыми. А вы кто? Ну, то есть какая категория населения? Малые нищие. Имущество мало. Я работающий человек. Глава. Глава администрации. Сейчас откомментирует у нас Анатолий Михайлович. Да. Добавлю. Он меня откомментирует. Чтобы все понимали, у нас да, денег 700 нет. Семей живут в аварийном жилом фонде, которые в установленном порядке приняты, признан аварийным после 1 января 2017 года. В маневренном фонде живут люди, да, получается? Нет. Нет. В аварийном, да? Какие маневренные фонды? Показать, какие фотографии маневренный фонд. Я так понимаю, что плохое, да? Сарай. Я не живу в этом бараке, потому что там полностью дом уже люди разобрали его на дрова. Сарай предлагают.
Мне предлагают с двумя детьми общежитие по соседству 16. Я могу прямо сейчас предоставить фотографии, какое-то, какие там условия. Какой рапорт? 28 года. А вот мне цоколь пишет. Мне цоколь. Молодцы, что же это работает. Анатолий Михайлович письма собственноручно их подписывает. Что, извините, квадратных метров, как у вас, нет. Я собственником являюсь. Да, вы работаете с камерой. Да, ну чё, чё, чё. Понимаешь, что проблема большая. Сейчас жди, но хорошо. Можно, у меня уже нету большого количества жилья. Молодцы вообще. Топорно немного, но ничего. Оно так естественнее получается. Да ладно. Да не, может быть, но договорняк идет. Заранее. Молодцы. Все остальные. Все остальные граждане, они все внесены в общий федеральный список, в котором с 25 года должна начать реализовываться эта программа. Но собственники, они получают выкупную. Слушай, ну Леона всех вытягивает, да? Молодец вообще, мужик, я говорю, свой. Герб советской эпохи, несгибаемый. Я считаю, Леонова премировать надо. Иди, микрофон забери у них, иди. Хотя я могла на эти деньги что-то пойти и детям, ну, купить или куда-то отложить. Мне предлагают маневренный фонд. Просто там ужас. Где у нас Дубов? Говори сюда. Вы можете со мной проехать на Сибирскую 16, поехать. Посмотреть, что там творится. Советская 155, школьная 112. Я просто являюсь внеочередником. На что мне говорят, у вас таких тут 400, то мне что сделать? Еще нашли? У меня сбежал министр строительства. Правильно. Слушайте, еще 15 лет мне дарила бабушка 11 квадратных. Девушка милая. Уже 10 минут включить. Вначале на Леонова, понимаю, что проблема назрела. Вот. Ответ услышать хотите или сами? Я хочу. Молодец. Мы отловим, конечно, министра строительства, который должен был быть с нами, куда надо делся. Видите, вот у него на самом деле надо строить. Во-первых, нужна реальная имплементация в практику, ну то есть реальная реализация программы по строительству жилья в малых городах, к которым относится до 20 тысяч населения Николаевска. И эту программу я вернусь, заслушаю, в какой стадии подготовки. Во-вторых, совершенно солидарен с вами, что если есть пустующее жилье и муниципальное жилье, то, ну, опять закрытые. Согласитесь, что если бы вы были собственницей квартиры и уехали на полгода, вас бы возмутило, что эту квартиру кому-то бы... Вот. А вот если муниципальное жилье, то согласен, что здесь нужна ревизия, Анатолий Михайлович, муниципального жилья всего. Причем, посмотрите ее, пожалуйста, внимательно, чтобы я потом не прислал проверку, и чтобы не смотрели, в каких из муниципальных квартирах живут чиновники, депутаты. Вот. Да, это правда, потому что в моем разрушенном доме жила женщина, она работала в администрации. До 21 января случился пожар, после новогодних праздников у нее уже была квартира в новостройке. Она работала в администрации, сейчас она, правда, уехала. И кому-то еще из моего же дома дали бабушке квартиру. А я чем хуже? Мне чем-то не вышло, извините, конечно. Нет, вы всем вышли. Ну, почему мне каждую месяц, каждую неделю присылают письма, а кому-то дают квартиры? И еще говорят, ну ждите, если освободится квартира таких же квадратов, мы дадим, а если не освободится? А если таких квадратов нет, то мне тоже так. Я уже хорошо просила, дайте меньше квадратуры. Дайте меньше квадратуры, дайте просто жилье, но там, на Сибирской 16, на
Я вам знаете, что предлагаю? Вы напишите мне обращение с адресами, с данными, и с количеством категорий семей и очередностью. Ну, то есть не очередного порядка, первоочередного порядка поселения. Вот. Если вот нет, вот сейчас напишите и отдайте бумагу моему помощнику. Вот до конца нашего, нашей встречи, если вы успеете это сделать, я помощник. Вот, не знаю. Поднял руку. Где он? Подойдите к нему, пожалуйста, кусок. Я этот вопрос поставлю на контроль, спущу все равно, это муниципальное полномочие суда в районе, кусок. Но с контроля снимать не буду, пока ваш вопрос не разрешится. Я хотела задать вопрос по части дома Орлова, который построили. Вот вы его приняли, этот дом? Я нет. Ну, вообще принимали же этот дом? Я нет. Я сегодня первый раз в жизни побывал. Мне очень понравились, кстати, квартиры. Я хотела спросить, вот вы его, ну, вообще посмотрели, да? А когда будут выдаваться ключи, например? Почему, например? Конкретный вопрос. Значит, смотрите, вот как раз, во-первых, я как прокурор давал команду возбуждать дело в отношении прежнего застройщика, который обманул обманутых дольщиков. И, собственно, вот этот вот вопрос мы заставляли делать вот администрацию. Вот, администрация 443 миллиона выделила на то, чтобы этот дом застроить. Краевая администрация. То есть вот я почему и приехал убедиться, что дом застроен, и честно оказался очень довольный, потому что вот ключи уже в доме были, документы ЗОСКО, вот, все получены. И, собственно, сегодня с зампредами правительства и с главой муниципального района, который как раз в отличие от нас имеет компетенцию принять дом, мы дали отмашку, что квартиры надо распределять и ключи выдавать. Сегодня мне звонили с администрации лично и сказали, что их будет выдаваться 12 сентября. Почему? Ну, не знаю. С краевой администрации звонили. Вот сюда, здесь, Николаевич. Ну, тогда это не ко мне, наверное, вопрос. Я хотела еще задать вопрос, ладно, с этими вопросами лично к вам подъеду. Ко мне подъедете? Я, кстати, тоже служебно. Хотела задать вопрос на мосту, который стоит на Башняках. Он постоянно ломается, постоянно. По мостам же уже задавали вопрос. По мосту на Башняках, который стоит на Башняках. У меня ребенок, да, на Куинде, там постоянно он ломается. Его постоянно жилищный отдел строит, а толку, что он строит? Его постоянно ломается. Что за мост? Пешеходный мост. Это пешеходный мост, да, не автомобильный. Тогда это не ко мне вопрос. Но вы услышите, есть же у каждого свои компетенции. У вас глава за это зарплату получает. Анатолий Михайлович, ну-ка давайте отрабатывать зарплату. И даже мы капитально отремонтировали, подруги заасфальтировали второй мост, речку Курня, да, он в плачевном состоянии, периодически мы его ремонтируем, его снова ломает, мы снова ремонтируем. Ну, вот примерно раза два-три за год мы эти, вот этот мост, который говорят, мы его приводим в порядок. Но надо, конечно, ремонтирует, вдруг ломает что, река разливается? Река не ломает, пока на мотоциклах по нему ездят, по этому мосту. Да, мешает. Надо, могу, заложим деньги, бюджет и построим прочный большой муж, серьезный, для того, чтобы не восстанавливать его каждый год по три раза. Давай, это я вот обещаю. Я хотела еще задать вопрос, на Орлова можно построить, сделать дорогу? Там постоянно вот эти ломают. Можно, все можно. Хрустальный мост. Вот все вопросы, которые вы задали мне, это вопросы не ко мне в данном случае, но это вопросы муниципальных полномочий. Понимаете, чем отличается глава региона от главы городского округа или района? Я уже ходила. Мне понимаю, еще раз, не могу даже вам дать на это деньги, потому что это будет нарушение. Леонов аж отмахивает за все пункты. Ну как отмахивает? То, что вам Леонов обещал мост, а вы говорите... А что толку? Я к нему ходила, записывалась на прием, а толку что? Как толку что? Он вам мост обещал? Он попал на свято. Ну, вам просто не нравится, да, Леонов? А дальше он ничего не выполняет, свои действия.
Дмитрий Викторович, можно к вам обратиться? У меня два вопроса. Три. У меня такой вопрос. Я проживаю в команде потопленцев, и у нас у потопленцев очень много вопросов возникло. То есть дома приходят уже в негодность, а им всего 10 лет живут. И получается, что вот я живу 143 аду, там постоянно зимой прорывают трубы, и нас заливает кипятком. И это причем регулярно. И в один год, вот по запросу, по-моему, мы вообще сидели до конца декабря без отопления в этих домах, а они безопластовые. И я живу вот на втором этаже, и каждый год я бегаю всю зиму с тазиками по квартире, потому что меня заливает чердак. В администрацию я обращалась, у меня уже дома коробка за переписки. Какой за администрацию? Советская 143А. У нас уже, у меня уже коробка вот такая вот полная переписки. Каждый год у меня папки подписаны лежат. Я уже замучилась. У меня доски отрывает с балкона, рвет. Я прихожу к ним запить. Сначала говорили, нет управляющих компаний. Сейчас у меня уже доска дома прибита прям к стенке, ждет, когда ее возьмут и прибьют туда, потому что там сквозная идет на чердак. И вот это все зимой летит на чердак у нас, по вот этой вот пустоте. Балкон вообще уже в негодность пришел, там уже все поотлетало. Рухнул потолок у меня, обшивка вся рухнула уже. Ужасно. И пока уже облавит полностью, там зимой я не выхожу на балкон, потому что у меня весь целлофан. В этом смысле, знали все. Я зимой не выхожу. И дело в том, что в нашем доме нету крыши, в этих домах вообще вытяжек нет. А что хотели? То есть, если там создается конденсат, вытяжек нет, и у нас дверь полностью зимой, замерзает на нее, не можем открыть даже. Оно капитальное, капитальное считается. Это вот наш дом. А вот 145-й дом, извиняюсь, можно я выражу, да? Его фекалиями заливают. Нормально. Они уже говорят, нас скоро на советскую просто вынесем. Вот этим всем вопросом. И в моем доме, у меня угловой дом, начал проваливаться фундамент и начал отходить стенка. Я ее зимой уже мы запенивали дырку. Просто запенивали. И 45-м такая же система. Тоже стенка отходит и тоже дыра. И получается вот такая... Я не слышал. На самом деле это большая проблема. У нас аварийные дома. У нас есть специальная программа. Он не аварийный, это новостройка. Новостройка. 17-го года, они сдали. 15-го? 14-м году сдадут. А что за новый? Да, в 14-м году они сдадут. Зима не как временная. Нет. Они пенопарные, они пенополистировые. Это они такие вот ужасные дома, новые делают? Да, новые дома. Это диверсия была строительная. А, дело в том, что в общем коридоре у нас уже идет дождь, у нас уже забывает коридор даже. У нас даже в коридоре, у нас там по проводке бежит, у нас проводка бывает замыкает. А обслуживает то управляющий компанист? Муниципальная сейчас стала. Да, ну, надо отдать мне вот ребята, зимой они реально приходили. И я даже вот не совру, через день нам паяли трубы. Через день. У нас элеватор весь бежит. Там умная система сделана, умный дом, да? Там, в общем, стоят счетчики на улице, датчики температуры. И в зависимости от температуры регулируют отопление в квартире. То есть, если 40, отопление поднимается. Если 30, оно падает. Стоит общедомовой счетчик. Но почему-то в квартирах счетчиков нету на отопление. То есть, как бы они должны быть, но их нету. И вот этот весь вот этот вот элеватор, который там вот этот сделанный, там постоянно ломаются, то насосы летят, просто летят, рвет и все. Трубы вечно бьют. Антон Михайлович, давайте поможем адресно вот этим двум домам. Вот поднимите ответственность в администрации и вместе с представителями ЖКХ. Можете даже не вставать, просто примите это поручение. Я знаю эти дома, они построены согласно проектных решений. Проектное решение, конечно, было неправильно. Нельзя систему отопления строить с полиэтиленовых труб, которые периодически температуры приходят не поздно. Меняем, паяем, надо во всех домах просто заменить систему отопления на... Он стоял у вас, какие вы молодцы, дома я не так надеюсь. Рассчитать этот вопрос, если надо, да. Каких-то денег, даже я готов из резервного фонда, у меня там есть несколько миллионов. Тоже не слушал. Готов рассмотреть этот вопрос, но то, что стыдно. Другой вопрос, что когда надо уйти, может быть, действительно, на претензионную работу в отношении застройщика. Мы
хоть что-нибудь. Не надо хоть что-нибудь. А можно мне сегодня? Нет. Не если я профинансирую, а если мы с вами профинансируем. Профинансируем, да. Вот, вот это уже. А можно вот еще мэру, да, спросить у него, а когда мне все-таки на балконе забьют? Завтра забьют, мы попросим Антона Михайловича, я завтра на почту лечу, а он как раз пошлет людей, чтобы он завтра забьют. Да, Анатолий Михайлович? Конечно, забьет. Да, вот он говорит. Толя твой мужик, забьет. Вопрос, дай Бог. По центру, пожалуйста. Здравствуйте. Здесь центральный вопрос. О, красавчик. Вот все эти вопросы, которые сейчас люди вам задают, конечно.